Французское турне оперная труппа Национального академического театра оперы и балета выступит на престижных площадках Лазурного берега. Наши солисты дадут 8 спектаклей в трех городах Франции – Анже, Рен и Нант. Покорять искушенную французскую публику отправились поистине звездным составом. За дирижерским пультом Андрей Галанов. Две оперы Иоланта Чайковского, Олега Рахманинова порадуют французского искушенного зрителя. Я думаю, что наши артисты с их свойственной харизмой, их профессионализмом, пожалуй, покорят эту публику. Наши выдающиеся солисты работают с симфоническим оркестром и с хором тех театральных домов. Это пока первые шаги на пути к дальнейшему сотрудничеству именно с нашей Францией. 86-й сезон Большого театра «Беларусь» пройдет в гастрольном ритме. Следом за оперными солистами покорять мирового зрителя с масштабным туром по городам Германии отправится балетная труппа.